Ухтинский вуз вышел на 182-е место среди 368 университетов России, улучшив важнейшие показатели. Это следует из результатов ежегодного исследования, опубликованного агентством «Интерфакс». Итоговое место в рейтинге определялось суммой коэффициентов по шести показателям – образование, бренд, исследование, социализация, сотрудничество и инновации. УГТУ поднялся сразу на 49 пунктов в сводном рейтинге за счет улучшения позиций по таким параметрам, как образование, исследование и сотрудничество. Причем по последнему показателю рост 145 пунктов. Кроме того, стоит отметить стабильно высокую позицию УГТУ по показателю социализация. В прошлом и этом годах университет в рамках рейтинга входит в топ-50.